посмотрел все ваши ролики. Благодарю за ценную информацию. Неделю нашла данных, как вырастить маньчжурский орех. Не могли бы снять специально для особо одаренных, я имею в виду себя и мне подобных, ролик об орехах. Ну, что я мог ответить? Мне сразу так обидно становится. Конечно, могу. Сейчас зима, до следующего осени надо дожить. Надо еще посадить, вырастить. Это долго. То есть, через год и она про меня не вспомнит. Если я сейчас пообещаю. И мне не до ореха. Да, какой-то опыт есть. Орех я выращивал. Потом Сергей подтвердит. Половину продал, дарил. Половину уже топор. Один до сих пор не можем. Какие они живут, эти маньчжурские орехи. И уже, он уже несколько лет сидел, а мы все это, руки... Его вырубишь, он опять вылез. И вот такие вот растения умудряться не иметь еще и в Сибири. Хотя он ценнейший. Ценнейший вид. Так вот, это все о том же. Вот думаете, я бы не мог бы это сделать? Где государственная поддержка, где грант? Ведь я же делаю это лучше всех, я имею в виду. Специалисты у них все темами заняты, а у меня что, свободный охотник. Вот. Только это самое, без государственной поддержки теряет государство, не я. Так, живите долго, ну спасибо, хоть на это. Не будет фильма про орехи, я не вижу пока, как я смогу это сделать.